Евгений из Бишкека, творческий псевдоним Черви. Не знаю, рисую, художник. На протяжении какого времени ты занимаешься? Ну, больше 10 лет это уже точно, но когда мы начинали, все было очень сомнительно, мы только догадывались, что такое граффити, поэтому это сложно назвать рисованием. А так, ну, где-то около уже, может быть, даже 15 лет. На самом деле, конкретно на данном фестивале я первый раз, но, наверное, большую часть участников уже где-то я встречал. Поэтому это больше такая встреча с друзьями и какой-то повод сделать что-то большое, интересное. А что данный фестиваль может дать городу? Ну, я надеюсь, что, судя по списку участников, должны появиться какие-то хорошие, интересные работы, которые будут, ну, по крайней мере, интересны публике, и они будут отличаться от того, что происходит где-то и на заказ.